Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня хотим показать то, что ели в детстве. Будет баклажан из детства, когда набираешь в подоле платья, в огороде баклажаны, перец, помидоры и зелень. Быстренько готовишь кадича. Жареные овощи или тушеные овощи, с корейской кашей и кимчи. Ничего не надо было больше. Действительно быстро, очень вкусно и бюджетно.